Вот с одного места качают всю эту грязную воду, всю эту гадость нам обратно выливают. То, что в местный пруд сливают грязную жидкость, жители многоэтажек на Хохряково впервые заметили неделю назад. С тех пор челябинцы не раз пытались остановить рабочих. Должна быть разнарядка. Вот вы должны столько колодцев вычистить, вот вы должны туда-то вылить эту вот грязь. Где у вас разнарядка? Ничего я не буду вам показывать. Как это так не будете показывать? Почему не будете показывать? Значит, вы сюда выливать ничего не будете. У меня тут дом, я здесь живу. Почему я должна вот этим вонью постоянно дышать? В микрорайоне уже был конфликт из-за отходов. Тогда воевать пришлось с компаниями, которые чистят септики в частном секторе. У нас все колодцы забили, тоже вот ездят, выкачку делают даже участников. И к нам вот сюда вот в колодцы все выливает. Мы закрыли их этими блоками, закрыли. Теперь начали вот сюда вот все выливать. Рабочие, выливающие воду в пруд, уверяют, что фекалий там нет. Компания занимается очисткой ливневки на Хохряково. Темный цвет от того, что вода смешивается с землей. Труба, проходящая по Хохряково, впадает, ну если так можно выразиться, вот в эти пруды. То есть вода, которая собирается с проезжей части, она и так сюда бежит. Ну то есть без моего участия. Я произвожу профилактические работы по очистке, коллектора ливневого. Местных жителей, однако, беспокоит, что стоки скапливаются неподалеку от жилых домов. С их слов, весной и осенью по округе разносится неприятный запах. Они намерены пожаловаться в администрацию города. Мария Минина, Денис Оснач, 31 канал.